Сегодня в Карачаево-Черкесии два новых назначения. Приказом министра финансов России Антона Силуанова на должность руководителя управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии назначен советник Государственной гражданской службы России первого класса Расул Тикеев. А приказом 1032 председателя Фонда пенсионного и социального страхования России Сергея Черкова на должность управляющего отделения Социального фонда России по Карачаево-Черкесии назначен Аслан Озов. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин представил главе Рашиду Тимрезову нового руководителя управления ФНС по Карачаево-Черкесии. Дмитрий Станиславович охарактеризовал Расула Тикеева как грамотного и профессионального специалиста, который работает в системе налоговых органов Карачаево-Черкесии с 2000 года. Он выразил уверенность, что новый руководитель сможет реализовать все поставленные задачи, связанные с налоговым администрированием, и применить лучшие практики, современные подходы, которые сейчас внедряются в Федеральной налоговой службе.